В здании Надумской прошло первое заседание новоизбранного молодежного совета. В нем приняли участие одесский мэр Геннадий Труханов, а также представители исполнительной власти и депутатского корпуса. Я поздравляю весь молодежный совет. Знаете, вот было очень круто. Выстроился перед молодежным советом фактически весь горосполком. Мэр города, начальники управления, главы администрации. Знаете, это такая очень высокая планка доверия сегодня к молодежи. Я желаю, чтобы ребята точно не подвели это доверие. Я желаю, чтобы они добились каждый, кто чего хочет, потому что они действительно сильные, молодые, решительные, амбициозные и действительно очень крутые. Войти в состав молодежного совета могли граждане Украины от 14 до 35 лет, делегированные кандидатами в состав молодежного совета от средних или высших учебных заведений или общественных организаций, работающих с молодежью, по одному кандидату от каждого. В этом созыве из 80 заявок отобрали всего 54 претендента. Все они на сегодняшнем заседании сложили присягу и получили удостоверение. Молодежный совет является консультативно-совещательным органом городского совета, поэтому мы сегодня заинтересованы в том, чтобы молодежный совет развивался, чтобы молодежный совет работал, чтобы это была та структура, которая будет предлагать инициативы, которые были бы полезны сегодня нашей молодежи. Это касается абсолютно разных направлений, потому что представлены общественные организации разных направленностей. В состав молодежного совета вошли представители всех вузов города, в том числе Одесской юракадемии и Международного гуманитарного университета, а также их структурных подразделений. Важно отметить, что сегодня мы, как представители нового созыва молодежного совета при Одесском городском голове, перед нами стоит большая ответственность. В первую очередь ответственность перед самим собой, ответственность перед теми людьми, которые нас выдвигали сюда, ответственность перед городским советом и ответственность перед одесситами и гостями нашего города.